За это лето я прочитал много вот именно рок-н-ролльной литературы, различные книги о группе Кино, о группе Зоопарк. Недавно мне подогнали книжку Джоан Эстид Грей, последнюю, где использованы фотографии из моего архива, как мы ездили в 88 год, первый раз я выехал за границу в Стокгольм. Прочитал книжку жены Даниэла Хармса, Марины Дурнова. Вот, интересная. Там, конечно, Хармс такой непростой был товарищ. Я тоже хочу. Взломщик, рок. Ну, такой нехороший фильм, которых крайне мало, к сожалению. Ну, вот как-то так.